В Ивановской области на 1 миллион 14 тысяч населения приходится более 290 тысяч граждан старше трудоспособного возраста. Именно они 1 октября отметили праздник Международный день пожилого человека. Чтобы поздравить ярчайших представителей серебряного возраста, в филармонии организовали праздник. Каждый год около 1000 человек овладевают интернет-знаниями, умениями, технологиями. И не только на первом базовом уровне, но идут дальше, постигают новые и новые коммуникативные технологии в рамках интернет-пространства. Участвуют не только в областных проектах, но и в российских проектах. Пенсионеры – люди активные, у них есть много свободного времени и энергии, поэтому они с удовольствием волонтерствуют, посещают секции и курсы. На сцене сегодня им вручили грамоты и благодарности за это. В регионе для представителей старшего поколения действуют 55 досуговых объединений. Из них 15 школ серебряных волонтеров, 28 интернет-клубов, столько же школ здоровья и школ безопасности. В мероприятиях ежегодно принимают участие более 19 тысяч пожилых. Пенсионеры – это очень активные. Сословие. Я думаю, что они, наверное, активнее молодежи. Молодежь, она больше по принуждению, а пенсионер больше по убеждению, по зову сердца. То есть организовать их несложно? Несложно. То есть пенсионер – это такая часть населения, которая готова на все. Я только скажу, куда они? Да, да, пошли, давайте. Пенсионеры уверены, вести активный образ жизни важно для здоровья и долголетия, поэтому призывают тех, кто сидит дома и стесняется, приходить в организации соцобслуживания, знакомиться и участвовать. Занятие найдется для всех. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.